Привет, девчата. Что-то мы поздно пришли. Вот пришли мы поздно. Voy a esperar a mi marido, ¿vale? Me das una la carta. Мы поздно пришли, девчонки, но здесь столько людей. Вот я же вам говорю, здесь очень хорошо готовят. Mucha gracias. Sí, vale. Yo quiero la carta. Sí. Он говорит, или физическую карту, короче, или через интернет, да? Сейчас же вот так, ой, падают лямочки от телефона. Мой муж пошел, до 4 они работают, а сейчас этот зал полный. Ну, не полный, но в это время, девчонки, это даже очень, вот, gracias, cariño. Вот, очень даже много людей, вот смотрите. Я здесь, а помните, тот день приходила? Это рядом парк у нас. Вообще здесь красиво. А здесь рядом со мной. Иди сюда, доченька. Чуть-чуть ближе садись, милая моя. Не хочет. Я же говорю, уже начинает. Стесняется, не хочет. Этот ресторан называется Кой. Вот что мне здесь понравилось, девочки, да? Вот что мне больше всего здесь понравилось. В том, что здесь выбор большой. Вот, еды, вот именно. Вот вы заметили, какой шумный? Вот во всех ресторанах вот так, они громко общаются. Здесь выбор большой, вот корейских блюд, да, вот. А то здесь открывает вот блюдо, например, китайцы, да? А там все такие блюда какие-то вот, ну, не сами китайские блюда. Даже когда я спросила один раз этот, они говорят, мы такое не едим, мы в Китае совсем по-другому готовим. Я без очков не вижу, девочки. Сейчас я вам покажу меню. Так что пригласила своего мужа. Сейчас он пошел опарковать машину. Но здесь оставил, чтобы, ну, на всякий случай, да? Вдруг закрываться будет, чтобы мы зашли. А вы же сами знаете, если закрывается, и кто-то сидит, они не закроются. Уже должны ждать. И вообще они такие любезные. Очки такие заляпанные. Адама так просила, чтобы пошел. Сказал, нету времени у него, девочки. Для нас. Да, не хочет, да, ничего. Ну, а потом... Он до сих пор нам с лета, этот, с его день рождения, нам обещал он, что... Что случилось? Ушки болят, да? Снять хочешь? Что снимать, дочка? Она надела серьги, и у нее ушки болят. Сейчас я вам покажу. А, до 16:30 у них, видите, да, вот. А потом с 8 до 11 часов, вот. Вот так. Сейчас я вам блюда их не покажу. Ой, девчонки, они бесподобно рис делают. Смотрите, вот так. Показываю, чтобы вы видели. Видите, да? И цены, и блюда. Я буду роллы. Здесь уже сумку поставь, Каэтаночка. Здесь уже все такое жареное. Видите, да? Вот, так. Вот как на фотографии, вот так они и проносят. Hola. Sí. ¿Algo para ver mientras? ¿Tú qué quieres para ver? Acuario. Y me das una botella grande de agua, ¿vale? Vale. ¿Acuario de limón o de...? Acuario de limón y agua. Вот смотрите, так и, девочки, тот день я ела, вот видите, это атун, да, это тунец. Смотрите на цену. А там 4 миллиарда, типа. Вот видите цену, да?
как дорого, девочки, да? Вот. Вот насчет рыбы это дорого, девочки, я вижу. А я постри, а я кухаю на бибида альгуара. По 2 евро каждая, девочки. Ой, начинается уже роллы, роллы, какие хочешь, девочки. Есть по 2,50 каждая, девочки. Вот я не знаю, я роллы хочу, девчонки, да, вот. А мой муж то, что хочет. Вот смотрите. Цены, смотрите. Это вот так. Ну, в принципе, можно и самим это все делать, девочки. Но я. Мира, ту, но какие раз. Девочки, я заказала. Короче, нельзя голодными приходить. Мы заказали. О, пол стола, девчонки. Сейчас посмотрим, что поем. А то тот раз тоже у меня так было. Столько заказала и не смогла. Но здесь знаете, что плохо, девчонки? У них там 8 и все одинаковые. Другие 8 все одинаковые. Ну нельзя. А если ты берешь там... И главное, если берешь по 2, каждый по 6,50, это дорого. Понимаете, 2 этого, 2 этого. Это получается уже 12-13 евро. Это получается 13 евро. 6 штук, это получается, короче, дорого, девчонки. И, конечно, и говоришь, блин, сэкономить как? Давай возьму, а там, и есть там за 12,50, девчонки, за 12,50, там 12 штук, что, не помню сколько, 8 штук, что ли. Но они такие все такие, ну, не знаю, короче. Ну, заказала, короче, посмотрим. Я себе чуть-чуть... Ну, ихний рис не покушать, это грех, девчонки. Они такой рис делают с креветками, рис с креветками. Потом Эстеван в орехах курицу заказал. Она мантышки заказала. И гамба, и рис. Гамба это роллы. Когда стол накроют, я вам покажу. Вот я отойдем. Девчонки, всегда, когда мы кушаем, звонит Андрей. Позвонил Андрей. Он, наверное, думает, что мы постоянно в ресторанах, в кафе ходим. Ай, как, смотрите. ¿Sí, qué pasa? ¿Sí? Ahí está, Ana. Sí, te lo tengo que mandar. Ahí está, ¿de nuevo? Pero tú dices el número de la cartilla, ¿verdad? Uh-huh. Ahí está, esto para ella. Ya. А, это ее, девочки, посмотрите, какая прелесть, как они продаются. Вот, Открывай.
Vale, vale, pues yo te lo paso luego. Uf, какой видал. Очень даже... Ой, vale, как vale, пахнет. Vale. Пахнет мантами. Потом идем к моей свекрови, девчонки. Не знаю, буду снимать, не буду снимать, но идем к моей свекрови. Всем вам приятного аппетита. От души вас угощаю, девочки. От души я бы вас угостила. Так что всем приятного аппетита. А рис, как мне понравилось, смотрите, что рис. Que se vaya todo. Te voy a poner con calle. Mira qué plato. A ver. Así. No, espérate, espérate. Mira. Он показывает то, что она будет кушать. Какая-то она обиженная на него, потому что он мало звонит. Ну, sí. Говорили сейчас с Андреем, девчонки. И какие новости? Говорит, что в декабре приедет. Девчонки, как мы хорошо поели. Все, да? Ну вот. Чуть-чуть настроение испортилось, девочки. Потому что Кайтана с ним даже разговаривать не хотела. Вот, вы меня спрашиваете, почему у вас таких стаканов дают, вот, которых я беру, да? Потому что мне нравится вот таких стаканов, девочки. Нам приносят кофе, как ты хочешь. Вот ты заказываешь стакан, какой ты хочешь. Вот мне нравится больше пить кофе вот таких стаканов, чем... Потому что у меня дома... Такие красивые стаканы, вы сами видели, да? Я же вам это самое... Подождите, я как всегда, девчонки, фирму показываю. Вон, в таких стаканчиках вот так приносят кофе тебе, если ты хочешь. Если ты хочешь больших, вот таких же бокалов кофе. А я прошу басу-де-канье. Басу-де-канье, который я все время, вы видите, меня по утрам, который я завтракаю, вот с этим. Он говорит, что там, короче... проблемы у них с переводом. И верю, девочки, да, я ему сказала, ничего страшного, там, Кайтана чуть-чуть расстроилась, сказала, не хочу я с ним разговаривать. Она на него обижена, потому что он ее настолько времени оставил, да. И она, когда со мной один на один разговаривает, она мне говорит, конечно, ее обиды, ее страхи, он говорит, обо мне не думает. Я ей объясняю, ты понимаешь? Девчонки, я ей тоже по-хорошему объясняю. Я говорю, он мужчина, он любит свою страну, он патриот своей страны, он не бросил свою страну, поехал ее защищать. А что мне ребенку сказать? А что мне ребенку сказать? Понимаете? Вы тоже меня правильно поймите. Я люблю своего ребенка и не хочу, чтобы у нее была никакая травма. Как она говорит, я этого никогда не забуду. Она идет, не хочу на эту тему. А что сказал, что до Нового года приедет. А мы на Новый год хотим поехать в Германию. Я ради него не останусь, девочки. Я поеду в Германию. Пускай сидит, ждет. Мы же его ждали. Пускай он тоже нас подождет. Вот. Я завтра нет. В понедельник, девочки. Обязательно пойду в этот, у нас называется Вьяхе Толедо, и мы идем, я уже хочу заказать гостиницу, все заказать, короче, ну посмотреть. Так, цену, девчонки, я вам скажу, за наш стол мы заплатим сейчас вот, 50 евро. Если вам честно сказать, мы очень вкусно поели. Вы знаете, вот не жалко дать эти деньги. Мы для Кисюни тоже, ну, Томас тоже поел. И для Кисюни тоже мы гамба заказали. Чуть-чуть там 12 штук. Кисюни понесем. Ну, Кайтана же не забывает свое животное. Мои Кисюни тоже закажи. Я говорю, хорошо, вон гамба. Она так любит животных, девочки. Если она вот так, она хочет ветеринаром стать, да, я ее поддержу. Но сейчас она так говорит, завтра не знаю. Она говорит, что она будет блогер-ветеринар. Она будет вам показывать, как она делает процедуры, будет вас учить, как за животными ухаживать. Это сейчас. А потом, когда вырастет, муж захочет быть художником, кем бы ни захотела, девочки, хоть садовником. Я во всем ее поддержу, во всем. Вот так. И вот сейчас будете, вот, может быть, скажете, ай, но я очень постараюсь, если Аллах мне даст здоровье, все сделать так, чтобы она ни в чем не нуждалась. Что, доча? Сейчас пойдем к моей свекрови, девчонки, я снимать не буду. Не хочу. Я уже давно к ней не ходила. Но все по телефону, да. Да, у меня и настроение, девчонки. Чтобы пойти туда кислой рожей, тоже не хочу. Надо пойти туда. А я так устала уже под кого-то подстраиваться. Вот если нету у меня внутри, вот, знаете, все равно я ждала больше поддержки, да, с их стороны, да.
не было этой поддержки. Не было. Понимаете? Так что вот так. Ну, моя свекровь – это моя свекровь. Я ради своего мужа на все глаза закрываю. Только к моей свекрови и моим свекровам. А на остальных, конечно, нет, девочки. Ну все, девчонки, за ваше здоровье. Не забывайте, девчонки, что у меня к вам очень искренние чувства, что я вас уважаю, что я вас люблю, что вытаскиваете ролики. Я понимаю, что не всегда бывают интересные ролики или так, но я вам низкий вам поклон за вашу поддержку, девочки. Mira, filtrate ahora. Mira, ahora te puedes filtrar. Muy buenas, chica muy guapa. ¿Y su novio? Perfecto. Mi marido, de 25 años. Tu marido. Son chicos de 10. Эти Давай. Люди, говорят, на десятку тянут. На, они уже меня знают. Так что вот так. Он мне говорит, ты когда будешь очень знаменита, ты меня не забывай. А я говорю, я уже очень знаменитая. Короче, себе такой плюс кинула, девчат. Вот, что я говорила. Пап, пошли. Что я говорила, девочки? Мои девочки, скучно. Не знаю, даже... Как жалко, что вот, ну, нету ни с кем ей играться. Вот, детство проходит и... Девчонки, смотрите, какую обувь я сегодня одела. Вообще я красотка. Еще раз скажу, что Андрей говорит, что на Новый год приедет, девочки. Мало мне верится. Если он ему сказал, мы по тебе скучаем. Приезжай, конечно. Так, поверну камеру. Приезжай, конечно. Ребенок уже скучает по тебе. Очень скучает. Она очень безумно скучает, девочки. Она тот день мне в машине сказала, хоть он меня не любит, я его люблю. Вот, это у нас Plaza de Toro. Вот где... Вот здесь я вот в этом пальцем не показываю, но я вам показываю, где быков... Где быки приезжают. Но уже... Но уже не так, как раньше. Раньше. Подожди, еще... Подожди, еще не зеленые. Ну ладно, идем. Хоть посередке станем. Подожди, вот здесь. Может быть, поломанный светофор. Вообще. Сейчас вот это проедет, беги. Давай, бегом, бегом, Кайтана. Бегом. Вот у нас город очень красивый, девочки. По крайней мере, знаете, на телефон даже так не выходит, да, вот какой он красивый. На самом деле у нас ухоженный город, красивый. Хорошие у нас люди. Вот так. Вот такие у нас новости, девчонки. Ой, девочки, как я наелась, а? Как я наелась. А какой красивый у нас Томас. Все нам говорят, какой красивый у вас. Какая... Тот день, девчонки, меня этот, попросили сфоткаться. Можно сфоткаться с вашей собакой? Я говорю, я. Конечно, можно. Какая, говорит, у вас красивая собака. Она прям, говорит, как будто говорит для этого. Куда это? Эй, Кири, асыр, пись. Кайтана, оставь его писить. Он же писить хочет. Он, говорит, все время, говорит, писит. Вот так. Прогуляемся, сейчас пойду в зал. Твоя свекровь, девчонки. А чё бы не было, девчонки, она уже взрослая женщина, с нее уже спроса нет. Вы знаете, вот я вам говорю молодым, да, какая бы у вас там ни была бы свекровь, вы всегда стараетесь хорошо говорить о ней, особенно возле своего мужа, да, что вы ее любите, что она такая хорошая. Вы все время вот так говорите. Вы знаете, вот даже когда мой муж начинает за мою свекровь что-то говорить, да, вот, моя мама, я начинаю, перестань, еще раз такое скажешь за мою свекровь, говорю, я на тебя очень обижусь, говорю, оставь ее в покое, вы знаете, хоть он делает, а ему это приятно, это же его мама, понимаете, вот как вы свою мать любите, так же и мой муж любит свою мать, так же и ваш муж любит, какая бы она ни была, он не виноват, вот такая она и все. Понимаете, я ей очень благодарна за то, что мне такого сына воспитала и дала. Чего они здесь закрыли, не знаю. Вот так. Хорошо поели, очень хорошо поели.
Я все-таки решила, я хотела ужинать, да, но мой муж прав. Девчонки, потом такая выходишь оттуда. Вот знаете, после вот после ихней еды, мне очень понравилось, мне очень нравится ихняя еда. Почему? Потому что, во-первых, количество там, и не то, что количество, вот сейчас вам скажу. Вот знаете, вот идешь в китайский ресторан, да, вот там закажешь, вот гамба это как будет, креветки, да, вот креветки там с рисом, ну вот приблизительно говорю, и там 3 креветки. 18 креветок, девчонки, были в этом креветок. И когда поела, я говорю, смотри, сколько креветок. И Кайтана говорит, ой, тетя, ты знаешь, говорит, как любит, говорит, Кисюня, креветки. Давай ей тоже закажем. Я говорю, ну ладно. И вот, если он заказал, Сань Ганчалай. Что? Ке? Ага. Представляете, вот это дерево посадили, это лавровый лист. В 1809 году. Ничего себе. Да, наверное, они потом поменяли. В 1909 году. А это в 1809 году. Короче, 100 лет, девчонки. Ну, а потом поменяли его. Сейчас, наверное, вот это стоит. Ой, какое солнышко. Вот прогуляла я вас. Накормила, прогуляла, девчонки. Поговорила. Что еще нужно? Здесь хорошие дома. Ну, дорогие девочки. Вот здесь самая такая улица центровая. Вон, там наш Корт-Инглес. Там наш Корт-Инглес. Это моя машина. Смотри, а это по тебе идется. Покрытие негра, если это каждый день. Потому что когда уйдет санит, когда это выпадет, когда вырастет, будет расти ноготь и выпадет. Посмотрите, какие пальмы. Вот эти пальмы, девчата, да, очень долго растут. Вот у моей свекрови тоже есть, наверное, 10 лет вот этой, а вот этой, наверное, лет 20-25 лет вот этой пальмы. Вот настолько она медленно растет. Она там, короче, 100 лет должно пройти, чтобы она какой-то там вид был у него. Ой, сколько лет этому дому, девчат. Этот дом, Это он говорит, я родился, он уже стоял. Так что... Это, видать, хороший охотник был. Он, видать, охотник был. Потому что все такое... У моей свекрови намного красивее дом, но он в таком закрытом виде. Вот такой наш парк. Ну все, на этом, девчонки, я точно уже закругляюсь. Желаю вам удачи, желаю вам счастья, желаю вам всего хорошего, милые мои. Люблю вас, целую вас. С вами была ваша Наталья Курбанова. Хочу, чтобы вы не забывали о себе никогда. Цените себя. Пока.